Всем привет, друзья, мы в Алане, район Оба, это у нас Али. Спасибо вам. И мы сейчас идем на овощи-фрукты, а вещевой рынок и точку Али я уже показал, они в отдельном видео будут. Все, счастливо, я пошел на фрукты смотреть клубнички. Клубнички, черешни, инжир, я думаю, появился сегодня, я надеюсь. А может быть и не появился в достаточном количестве, сейчас будем смотреть. Ну, вот Али рассказал, что уже сегодня он несколько туристов видел из Германии. Я же забыл, откуда в том видео. Посмотрите, 7 лир черешни, 10 лир нектарин и по 3 лиры черешни. И с Украины люди есть, видимо, в Кайле Украина живет в отеле. 3 черешни, 3 вот такая сливка, клубника 4. И смотрите, какая шикарная ежевика. Вот он инжир сразу, 10 лир, он тут где-то чуть больше полкило, я думаю, 10 лир цена. Инжир красавчик, черешня 3 лиры, абрикоски 5, грушки 5. Вот инжир сразу сегодня попался, а то его сложно было найти в тюринке. 6 слива, вот такая большая, 7 черешня и 5 клубника. 10 абрикос, 4 вот такая вот черешня. Сейчас надо не путать, уже вишня появилась, но вишня обычно дороже стоит. Так, тут наш дружбан сейчас где-то должен быть уже скоро с черешней, с клубникой, которую я всегда покупаю, и яблоки. Вот оно. Клубника у них сегодня по 5. Есть желтая черешня, есть вот такая вот черешня, кстати, редкий цвет, вот такая черешня бывает не часто, по 5, черная по 6 и по 5. Рва, как дела? Хорошо. Ой, яблочки, по лире, да? Яблок взял у меня 2 кило 5 лир, о, я по лире нашел. Сервис, ой, да ты повезешь кому-то? Можете вот купить вот такой ящичек. Клубнички, потом на пляже лежать и ее поглощать там. Вот рекомендую черешню и клубнику, у него всегда я беру, у него самое качественное, не захимичная, вот такая вот сливка интересная. Или не сливка, это может быть что-то типа лычина, вот такая по одной лире кило, на компот вообще огонь. Черешня у них вот по 2 лир сегодня начинается, 2, 5, 6, в общем на любой вкус они цены делают. Интересно, специально на, ну, короче, на всех. Куплю у него попозже. Сейчас ничего не покупаю, пока пройду, сниму, а потом пойду уже покупать себе виноград красивый. Без цены. По 4 черешни, банан 6. Очень жарко. Идем туда. Слышу русский язык и смотрю сразу на руки, есть ли у людей браслеты. Нет, нет браслета. Отельные, не отельные. Горцы 2,50. Наши мужики скучают, сидят. Сейчас у них возьму большую капусту, свеклы наберу на борщ. А капуста у них есть сегодня. Капуста есть. Привет! Привет! Как дела? Нормально? Привет! Сейчас приду за капустой, свеклой, сейчас подойду. Все витаминки, овощи, вот очень перчик у них какой интересный появился. Думаю, что он острый, скорее всего. Ой, чеснок, вспомнил, что мне чеснок нужен. Так, смотрим дальше. Клубники, черешни. Инжир был в одном месте, пока получается. Вертолет летит. Не совсем жарко, чуть свежий такой ветерочек порывами идет, но все равно жарко. По лире 50 кило, красивые. Черешня желтая, 7 лир кило здесь.
Так, есть наш любимый продавец с орешками, я тоже переживал за него пару рынков. Не был он расстроен, был, что людей нет. Дыню в тот раз покупал, две штуки на 5 лир, такие супер дыньки. Вкусные, смотрите, какие огромные арбузы. Красивые, большие, лира 50 кило. Но он висит, мне кажется, ближе к 20-ке вес вот этого арбуза. Больше 15 точно. Тоже у нас овощи, фрукты. Наш любимый продавец. Раба. Ну, сегодня уже есть Украина, есть Германия, люди вот рассказывают. Туристы были хоть один-два? Нету? До вас еще не дошли, да? Туристы, тут орешки всех видов, самое полезное, миндаль надо есть каждый день, кэшью, если не хотите заболеть раком. Грецкий орех очень полезен, у кого диабет, у кого проблемы с сердцем, чищенный, готовый от 80 лир 60, готовый грецкий орех, чистить не надо. И человек хороший, так что приходите, он ждет, он уже устал ждать вас. И сладости, и сухофрукты, все-все-все у него есть, стоит он. Жарко. Во всех районах жарко, да. Море, на 100 метров море, жены нету. Жены нет на море плавать. А жены нету? У меня? Тоже нету, да. Без нее свободнее. Плохо, я вам плохо. Ладно, счастливо. Ну, туристы уже пойдут скоро, пойдут, уже приезжают. Воски шикарные по 5, черешня 4, виноград двух видов по 5 лир. А инжир это 6 лир, я так понял, штука, скорее всего. Потому что кило не может быть 6 лир, конечно, скорее всего штучка, но они большие. Здесь такие черешня 4, грибы вот такие 10, нектарин 5 и персик 5. Перчик 3,50, горки, по-моему, огурцы по лире, яблоки. Персик вот этот такой называется, я забыл, тунисского типа, я в Тунисе эти персики ел. Такой вот красивый. Цены не вижу на него. А, фурмаш в Талии, 4 лиры кило. В Тунисе только ел такие персики, они не часто бывают в других странах. Классно. 3,50 слива. По лире подпорченные царинчики здесь. Инжир тоже в этих штучках, цены не вижу. Парни, 5 лир клубника. Ну, в общем, инжир начинает появляться. О, парень всю зелень продал уже. Шок. Кабачки 3 лиры, помидор 2,50, огурец здесь 2, помидор 2,50. Приходите за орешками к нашему любимому продавцу, который ищет жену уже 2 года и не может найти. Так, пацанам сейчас пойду за капустой. Помидор 2,50. Четыре лиры, красавцы, помидорчики, рва. Нормально. По 4 красивые помидоры и огурцы по 2,50, ребят. Туристов сейчас очень рады все видеть. Приходите, вам будут еще и скидки делать. 2,50. И это у нас только один ряд был. Напоминаю, что туда налево тянется еще второй ряд рынка. Овощей и фруктов я прошел только по одному, получается. Хочется на море, поэтому сейчас побыстречку надо скупиться и идти на море. Вот он на рабочем месте, красиво смотрится. Туристов видел сегодня? Были? Турист проблем. Проблем? Турция проблем. Вообще проблем. Вообще проблема совсем. Давай мне киви. Хорошая, да? Сколько? Кило. Кило клубники. И черешня тоже хорошая, любая.
такой может. Кирази-кирера! А это как называется? Это по-русски алыча, да, или слива? Алычан. Алыча такая по лире. Кирази-кирера, Эрик Миллера, кирази-кирера! Все, друзья, это был у нас рынок в районе Оба, понедельник. И напоминаю, что там еще налево, еще до самой дороги, до второй линии тянется еще один ряд. На этом я с вами прощаюсь на нашем любимом продавце. Всем привет. И увидимся. И черешни кило тоже хорошие.